eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Эх, привет всем, с вами StarLadder TV и первый матч. Slam & Strike, наконец-то, воссоединились, да? Воссоединились просто. Звучит... Воедино целое. Не-не-не, звучит как будто вот что-то мы сегодня... Не-не-не, провернем, да? Ну ладно. Провернем. Эпичная опция. Так, друзья, Aces, Hellraiser, карты Mirage и наши команды. Я люблю наши команды, они всегда вовремя, совсем не опаздывают. Красавчики, молодцы. Ну и сайдпик, собственно говоря. Hellraiser сейчас тренирует Mirage. Вот с Virtus.pro играли сегодня аж вот два раза. Кстати, ну вот на самом деле играли с ВП еще и до второй. Да, поляки готовятся к НИПам. Сегодня у них непростой матч. И действительно, надо подсобраться, потренировать DAS2. Кстати, Hellraiser выиграли у поляков на DAS2. Ну, правда, это праки и ничего ну больше. Да, это праки. Праки, праки они играют вообще фулл-тайм. Там как бы на все 30 раундов. И расклады там по счету разные. Но самое главное, Mirage надо Aces готовить, ой, Aces, Hellraisers в любом случае, потому что это единственная, по-моему, карта, на которой, которую с ними согласится играть любая команда из Европы. Так, ну и капитан Карасев, ну что, это будет дефенс, наверное. Вымучил Карасик ножи, и теперь будут определять сторону, за которую будут начинать. Но, скорее всего, да, ты прав, Hellraisers начнут в защите, а вот команда Aces будет атаковать, что, конечно же, сводит шансы тузов на минимум на победу в этом матче, но мы не будем забегать вперед и будем просто наблюдать за всем происходящим. Так, ну на пистолетный раунд план, наверное, сейчас будет простой. Так, кто пойдет в мидл, надо знать. Наверное, Марик сейчас... Ой, не-не-не, Марик уже заметил. Заметно, что смотрит на А, как-то так прям пристально. Казах нет. Казах А играет вместе с Маркеловым, с Делпан. Так, номер 5, Ангел заходит на чек мидла, с ним в паре Кучер. И, вау, Aces действует в сторону центра. Кучер принимает моментально киберфокусы, и это, по-моему... Ну, тут 4 в 5, и все, и сейчас будет тупо холд от Aces. Кучер еще и в дым цепляет Тихона. Ну все, страдания для команды Aces начинаются Кучер, прямо. Смотри, в одиночку делает уже 3 минуса. В живых остается там надо и Хейк, и, по-моему, тузы ошарашены всем происходящим. Ну, они не ошарашены, их просто развернули на пистолетку. У них, конечно, план был, по-моему, нормальный, выйти в мидл. Но, может, они аркаду хотели какую-то поймать? Ну вот как раз-таки аркада и намечалась. Два или три игрока находились в доме, и вот именно Кучер устроил Кучер просто казнь. Это эйс, да? Это эйс пистолетки. Вот так вот начинает Hellraiser сегодняшний свой игровой день. Составы команд, друзья, Aces вот заменили состав. Кстати, команда идет 1-8 на стар-серии, поэтому обсуждать их, наверное, не имеет смысла. Замены сделаны, наверное, уже от безысходности. Хейк, Литл, Торнад, Тихон, Киберфокус. Ну, на самом деле, парням респект за то, что пытаются во время сезона. Вот они потеряли двоих игроков, взяли Киберфокуса, взяли Хейку на тест. И на протяжении всего этого времени не покидают стар-серию, приходят и регулярно посещают свои матчи. Но я тебе... Вот на самом деле они... Да, молодцы, классно, все, дисциплина, все такое, но толку-то побед нет. То есть со стар-серии, скорее всего... Вот это команда, которая вылетит со стар-серии в этом сезоне. Мне так кажется... Ну, она... Должна попадать в стыки, и уже в стыках ее судьба, собственно, и определится. Но мне почему-то кажется, что в стыках какие-то грозные шведы с Pro-серии могут выйти. Там СССР, там вообще будет полный замес. Да, там будет непросто. В этом сезоне куча интересных командочек в Pro-серии. Так, ну что, Литлуха терпит, надо выходить, стреляться. Может подцепить сейчас Маркелова. Есть минус, бомба рядом с ним. Его пытаются отжать. Ну, еще один минус пытается сделать Яшин, но все, все, да. Закрыли, 2-0. Выдержка от Литва и один минус. У команды Hellraiser. Так, упал Маркелов. 2-100, 2-3-4, 2-400. И это еще один эко для атаки. Все плохо.
Кстати, я бы обратил твое внимание на нашего неадекватного бота, который просит: капитаны, плиз, напишите, каптейн, кто же там? На самом деле это не страйк. Ну ты вот панда сейчас выразил на самом деле все, что ты сказал, он выразил одним жестом просто. Это просто сервер, друзья, для аматорки сделанный специально, или для про-серии, я точно не знаю, но тема в том, что там вбиты все практически игроки, про- либо аматорки, и сервер типа автоматический. Но так как играют две команды с СНГ, и русский сервер был оптимальный, решили играть вот именно на нем, а бота просто не убрать, он нам особо сильно не мешает. Вот и все. Киберфокус сейчас будет играть против кучера, я хочу на это посмотреть. Так, ну что, давай ставочку. Дуэль снайперов, ставочка. Куда идет Киберфокус? На центр, кучер тоже. И... Нет, кучер что-то медлит, и под флешечку. Смотри, да, там все по-умному. Сначала флешка, потом уже идет оупен от Эмили. Вот он сейчас падает в мидл, легкая добыча, но не тут-то было. Это проигранная дуэль Киберфокусом. Нет! Ах, Киберфокус! Как же так? Кучер стрелял первый и попал каким-то чудом всего лишь на 27% здоровья. Вот это да, ну тут точно у Киберфокуса какой-то царский армор. Ну ладно, бывает, 3 в 5 моментально отвечают Aces, и контроль медла за ними уже в преимуществе. Что скажут на это? Ашер пока не ясно. Марик берет АВП кучера и идет туда же. Киберфокус его также любит. Ну, спасибо большое за мой второй фраг, говорит он. Этот раунд можем назвать имени Киберфокуса. Два минуса. Упал кучер, упал Маркелов. Два снайпера команды HellRaisers против одного Киберфокуса. Не справились. Киберфокус, по-моему, сам не ожидал, что так психанул. Сейчас еще третьего выцепит. Да-да-да, давай, Валбен. Оу, и как так? Фазумчик не зашел. Все, убегает игрок. Так, ну вот сейчас могут ошибиться на карасе, но нет. Забрали. Ну, вот мажет сегодня снайпер HellRaisers. Садрен также взял ВП и также промазал. Прикинь, сейчас возьмет раунд 1 в 3. Вот это будет весело. Вау, у него в упоре здесь торнадо. Он этого не знает, даже не чекает. 3-1. Aces берут первые девайсы, и это значит только одно, что борьба будет, и Aces сдаваться не собираются. А вот у HellRaisers сейчас, наверное, просто по плану. Кольты... Какая-нибудь аркада на центр. Надо респы посмотреть, кстати. Вообще тяжело наблюдать за парнями, когда вот они вот так вот, я не знаю, наверное, в полсилы играют. И вот то, что сейчас было, тому доказательство. Кучер с АВП в одиночку умирает, потом подбирает его Маркелов, ну, умирает. Кучер там должен был убивать на самом-то деле. Мы сами все видели. Кучер должен был убивать. Просто он попал на 27, попал в плечо. Как так получилось, неясно, но по сути вот в 1.6 такой бы уже умер. Так, Ангел поджал низ. Напряг. Напряг, Хейк стоит, ждет. Ну, минус 50 после вот такого захода от Ангела. Будет сейчас выбираться с мидла, раскидывается флешками. Там его, в принципе, уже ждут. Но он умудряется проскочить. Как играет Ангел, а? Ну, на изоляции нормально сейчас разыграл. Слушай, вообще интересная модель у команды Aces за атаку. Парни пытаются захватывать мидовую уже только после этого начинают свои атакующие действия. А, по-моему, они просто боятся идти куда-то в других направлениях и действовать чуть более агрессивно. Ну, не по классу, не их класс будет... Стреляться, например, с тем же Ангелом на Б, когда ты рашишь. Ангел примет. Ну, Дося тут вообще без шансов. Не пощадил Хейку. Да, Дося спокойно и хладнокровно разбирается с выходящими тузами на Б. Плен забирает 2х, с третьим не справляется, но попадает Тихосану по голове. Кучер сейчас ответит, ждет Зигу, и на него выходит. Ох, и два красных. Флешка, Адрен. Ну, но сейчас... по-прежнему есть Киберфокус с АВП. И этот парень может натворить. Есть первый промах, не попадает по Адрену. Кучер на него тем уже... временем. До него уже никто не пойдет. Все, кучер заснес Зигу, взорвал Литла. Маркелов поджал, минус также в Зиге. Все, последний остается Тихон. И раунд заканчивается. Счет 4-1 в пользу HellRaisers. Ну, действительно, с тактическими нашифровочками у тузов не все так уже пока и гладко. Проходить парни могут, миду... Мы уже увидели, что занимать умеют, а вот что делать дальше? Как занимать пленты и как действовать именно на точках, на которых надо устанавливать бомбу? Вот ну, пока не показали нам этого тузы. Ну, я об этом сказал еще в начале игры, то есть ни одного адекватного момента не было. Только вот то, что на медле в перестрелке выиграл Киберфокус, и это, в принципе, единственный раунд и принесло. HellRaisers надо раскидывать, надо играть тупо польским стилем. Вот раскидали, вышли, убили. Раскидали, вышли, убили. Здесь... Мы это вряд ли увидим в первой половине. Мне просто кажется, что вот сейчас 4-1, когда будет 7-1, и если Aces не ответит ничем, то закончится все вообще печально. Эко, выход Б, Дося. Спокойно принимает двоих уходящих, падает Киберфокус и Хейка, остается Торнадо Элита, ну и эти парни обоюдными усилиями забирают Досяна. Ну, Дося после двоих, конечно, остался такой, но тут Маркелов, Ангел, все схвачено, 5-1. Full контроль от HellRaisers. 4 раунда преимущества. Смотрим на Киберфокуса. Ну, АВП от кучера мы уже видели. Вот давайте посмотрим. Может, снова Киберфокус нас удивит. Нацелился на мидл. И этот мидл
может стать для него последним. Кстати, вот так тратить по 5000. Кстати, а мы, наверное, можем показать эту дуэль. Сейчас будет у нас интересная зарубка. Кучер опять-таки же никуда не спешит. Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. Вот так вот. Поинтересней. Ну и пока у нас фраги делают не снайперы команды. Ангел собирает Литва Торнадо. Разменял своего тиммейта, забрал капитана команды HellRaisers. Но вот снайперы пока в этом раунде пассивничают. Пассивничают? Ну, по-другому не назовешь. Кучер ждет какого-то экшена из подвала, а вот Киберфокус ждет какого-то экшена от Кучера. Но Кучер этого экшена не задает. Итак, 4 в 4. Команда Aces готова попытаться взять очередной раунд и будет пробовать себя на апленте. Торнадо уже выходит из ямы. Ну все, здесь уже был чек. Сейчас будет ретейк от HellRaisers. Они отдадут сначала точку. Забирает Хейку, падает Киберфокус, ну и все, ну, спокойно, короче, для даже, Марика. Тут видишь, тут даже ретейка никакого не надо было делать. Марик просто вышел чекать, просто чтобы узнать, сколько человек вышло на трон, а в итоге это заканчивается изнасилованием. Я вообще не понял, как так без раскидочки просто на морозе выбежал, если не ошибаюсь, это был Торнадо, да. Так это русский Counter-Strike профессиональный. Да. Ты не знал, что в России профессионально считается... Не боятся парни да, флешек. Да, бесстрашно просто. Берем, выходим с ямы, даем всем по голове. Зачем флешки? Какой дым? Тактика! Вы мне говорите о тактике? Да в моей стране команда М19 была в 2002 году, которая ВЦГ выиграла. Зачем мне тактика? Да нет, тут просто можно, не знаю, как там, медведь Counter-Strike. Вот. Действительно, вот агро такой стиль, вот, допустим, парни не фавориты в этом матче, но чувствуют невероятную уверенность в своих силах и просто без флешек, без всякой помощи дымовых гранат выходят на морозе и так, пытаются... слушай, Киберфокус попытка номер 3, включай Кучера. Да, дуэль опять-таки же намечается. Давай смотреть, чем сейчас закончится и Киберфокус будет играть с ямы, Кучер играет в центре. Опа-чо. Ну, опять-таки же, экшена от снайперов мы не намечаем. Эмиль спокойно контролирует выход с коврова, а вот Киберфокус ждет поджима из ямы. Ну и готовится раскидывать аплэн. Так, Смок пошел на коннектор. Ну, сейчас будет делаться все, чтобы не играл АВП, не играл Маркелов. Сплит-игроки зашли в коннектор. И вот именно на них, в принципе, все самое интересное должно было быть. Но HellRaisers не спалили позиции на А, немножко налажал сплит-выход. И, в общем-то, Адрена так и не законтрили. Он сейчас, по-моему, тут мог собрать, но нет, Литл. Торнадо, уверенно. 2 в 4 остаются. HellRaisers, Кучер. Ну, Кучер жесткий. Ой-ой-ой, просто. Ой-ой-ой, Кучер забирает Литву, попадает по голове Киберфокусу, но Киберфокус дает ответ, вот. Достойный ответ с ВП. Ну вот теперь попробуй Досю убей. Да, Киберфокус. Но только так опять же. Застали врасплох. Молодцы, 7-2, но счет как-то на самом деле неиграбельный. Вот команда при таком счете должна давать ответку хотя бы в 4-5 раундов. Надо взять 2 подряд, хотя бы. Это уже хоть как-то вдохновит команду Aces. Пока этого не дают сделать HellRaisers. Одиночные раунды выстреливают у тузов. Ну и победы в первой половине команде HellRaisers достаются как-то легко и непринужденно. Так, сейчас будет агромид. И где же ты стоишь у нас, друг? Да, дублируется раунд, и Ангел пресекает попытку Торнадо зайти в перемычку. Не-не, раунд-то не дублировался. Тут просто... Ну, пытались, да. Опять-таки же, играть через перемычку. Да, но тут, типа, прикол такой, что HellRaisers должны были рашить идти, но что-то вот они передумали в последний момент, наверное, из-за того, что Доси либо ковры бы услышал. Непонятно, но в итоге перемычка сыграла, размен атака смогла дать, но сейчас есть четкое понимание, скорее всего, у HellRaisers, что Aces растянуты по карте. Мид по-любому Ангел будет занимать, ему нужна инфа по зиге, инфа вообще по центру. Так, ну его тут водят за нос, один отошел, ждет, Хейк открывается на Б, и тут падает тайминговый Молотов, который, в принципе, тормозит сейчас всю атаку. Так, а посмотри вот тем временем, чем занимается Тихон. Тихон спокойненько вышел из ямы и пытается терроризировать команду HellRaisers на пленте. Ну, тут это у него, в принципе, получается. Понимаешь, если сделает минус, а он его делает, забирает Маркелова. Ну, терроризировать не назвать, он просто натопал, надвигался. В итоге от этого фрага Aces предпочитают атаковать аплент, сразу притягивается зига моментально, и вот он Казах, которого... А вот Казах из плента будет выкурить невероятно трудно, и как раз таки... О, Ангел мог зажать двоих, вряд не справился. Дось единственный, кто сможет сейчас помешать. Ну, два практически красных оппонента. У Литва 9 хп, у Хейки 40...
46 так, было, ну, 20 осталось. Хейка точно сейчас мог наиграться, а вот Литл в пленте может сыграть против Дойси уверенно. Литл в этом раунде сделал уже 3 минуса и на этом свои подвиги закончил. В живых остается только Хейка, новобранец команды Aces против Десяна, опытнейший, я не знаю, проигрок. Постарается сейчас взять очередной раунд. И граната Хейки под ноги. Вторая граната от Доси за раунд. Но вот он должен был с первой сбивать Хейку. Но тот испугался, убежал в ковры. С коннектора не залетело. Раунд берется, и это уже не шуточки для Aces. Ну вот на самом деле, первый напряженный раунд от команды Aces, который не так просто дался Ашерам. Ну, напряженный он тем, что все-таки один плент убили, Hellraisers не были готовы, но Дойси спокойно 1-2 их задавил. Ну, количество хелсбаров, точнее, хитпоинтов сыграло немаловажную роль в этом раунде. Дойси спокойно себя чувствовал против двоих красных оппонентов, ну и это, наверное, поджимало. То самое у тузов, бомбило, поджимало, ну, и киберфокус. Сейчас был просто чек на 5 от кучера. Ну, начекал. Слишком самоуверенно играют пока Hellraisers в этом поединке. Ну, они могут себе позволить. Вообще, они на классе обыграют за атаку вообще спокойно. Я уверен, что даже пистолетка не достанется. Понимаешь, даже на CSGO Lounge на команду Aces поставлено всего 6% от общего количества девайсов. Ну, понятно, потому что Aces показали, какие они Aces в предыдущих матчах. Напомню, что эта команда идет 1-8, так что... Это не то чтобы плохой результат или хороший, или мы их критикуем. Это просто факт отсутствия результата, и все. И ожидать что-то после даже смены состава, какой-то уверенной в себе игры, вряд ли. Так, ну и тем временем у нас очередной раунд. Постараются взять команда Aces. Занимают парни Аплент и Ангел вместе с Доси. Постараются в меньшинстве вытащить очередной раунд для своей команды. Шанс хороший, Литл сейчас отрежет Ангела, если тот, конечно, не натворит чудес. Ну как же не прочекать? Ай-яй-яй. Ну, Он стал чекать окно. Он думал, что в окне, хотя у него у Кирилла тиммейт в окне. В окне Дося, да. Что-то тут у них с инфой не зашло. Ну Дося снова 1-2, на этот раз против сотых. И есть по-прежнему киберфокус СВП. Вау, минус киберфокус СВП. И нычка остается от Хейки, но тот, слава богу, в приседе успевает зажать по Досе. Первый счет становится 8-3. Еще один раунд остается команде Aces. Киберфокус, смотри, 2 MVP, 5 на 9, 2 на 10, Хейка. Ну вот клатч не вытащенный было бы, 3 на 10. У Hellraisers денег просто полным-полно. На АВП нету, но, в принципе, при их комфортном счете им денег особо сильно не надо. Они еще и чешки могут показать. Так, ну вот Киберфокус пытался сейчас сыграть против Маркелова нагло, но... Слушай, Hellraisers отлично занимают апленд, вообще, мне нравится. Очень четко стоят. Вот Маркелов играет на ноге, Адрен... Да, смотрит выходящих с ковров и спокойно вроде бы все пока. На Б-пленте развлекается в чеке Дося. Кучер играет также на чек медла и вот уже пошел в подвал. И Aces, кстати, перетягивается сейчас обратно, будут атаковать апленд. Если Кучер сейчас выйдет в поджим, то это будет вообще мега-бомбовая штука. Непонятно, что делают, вот на что рассчитан этот раунд у тузов. Торнадо стоит один в яме. Один одинешенек. И вот любая граната, любой поджим под флешку и падает игрок команды. Он дожидается Литл, там висит бомба. Но Литл, что у него? У него нет, у него одна флешка. Два дыма, один у Хейки, один у Киберфокуса. Надо было кидать, торнадо идет под эту флешку тупо на явную гибель. Дает инфу про Маркелова. Литл пытается разменять. И все. В общем, Aces просто испугались. Ну тут уже Hellraiser знают, что это А, понимают, что примут. Киберфокус не вышел. Да, укрепление на пленте плотное. Маркелов забирает Хейку, Кучер минус. Киберфокус, в живых Литл и Тиксон. И парни немного не понимают, как же так без шансов их приняли. Они просто боятся, это видно. Тут нельзя бояться, они боятся. Это прям чувствуется. Вот тут уже понятно, что они побоялись выйти нормально на... А потом эта перетяжка. Зачем? Я просто не понимаю, что за логика. Зачем проходить половину туннеля, не занимать мидл вдвоем, отходить обратно, бежать вот это вот все пространство вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот до сюда. Что потом торнадо вышел под флешку, сдох здесь, и вся команда сдохла также здесь. Без флешки. Еще и без флешки даже. Без флешки это... выходит торнадо в очередной раз. Мы же говорили, что это рано или поздно будут пресекать Hellraisers без особых проблем. Маркелов смотрел как раз-таки на выходящего и без шансов забрал торнадо. По-моему, это называется «Привет, Рулон Клуб». Или как-то так, я даже не знаю. Так, Кучер минус торнадо и, в общем, сейчас будет, по-моему, все, Hellraisers полетели играть нагло и не оставляют шансов. Это, ну конечно, да, понимаешь, что у оппонента ВК-раунд, в живых остается опять-таки же Литл, постарался подкараулить хоть кого-то, но и этого сделать не дали парни из Ашер. 10-3. 10-3 и уже потихонечку...
у нас все ближе и ближе этот матч к концовочке. Здесь все без вопросов закончится в пользу одной из команд. Ну и мы знаем, что же за команда получит 3 очка в турнирной таблице. Приветствую Aces 1-9. Если они, конечно, сыграют 1-15 или 1-14 в этом сезоне, ну, под конец сезона, то это будет команда рулонов. Ну, короче, я разочаровался в русских командах. Вот, а кого они обыграли? Да я даже не знаю. Я даже не представляю, кого они обыграли. Я не знаю, как надо играть, чтобы обыграть. Кого же? Кого-кого? А, геймпап Техвин. Ну, неплохо. 0-8, пацаны, 0-8. Я-то уж подумал, что хоть 1-8, но... На самом деле, я думал, будут шансы против эстонцев. Но эстонцы показали, что абсолютно нет шансов у Aces. Зато эстонцам вчера показали, что у них вообще нет шансов против никого, кроме Aces. Так вот в том-то и дело, понимаешь? Я думал, это действительно равные команды, но Aces и тут были не очень хороши. Короче, пора делать отборочные в Стар-серию, избавляться от кучи команд, которые играют вот 1-8, например. Ну, серьезно. Это похоже просто, знаете, такое ощущение, что я чувствую себя, например, каким-то, не знаю, Ганнибалом-лектором, который издевается над командами, заставляет их терпеть против HellRaisers и прочих. Вот прикол просто, в чем я не понимаю. Вот все, у тебя есть команда, у тебя есть Стар-серия, а вы даже 3... Нет, просто... 5 не берете. Вот есть такая штука, когда ты знаешь результат на 100%. Вот такого не должно быть. Вот в этом матче результат известен заранее. Ну да, но и тут еще... Таких матчей должно быть как можно меньше. Таких матчей должен быть один за сезон. Вот у нас мы шанс давали российской команде СССР, помню, да, дали им слот, но вот тоже ничего не смогли сделать. Поиграли, конечно, красиво первые встречи, ну а дальше вот как сейчас играют Aces, то же самое было и от СССР. Что дальше нет, будет, СССР, не знаю. СССР тогда, извини меня, они взяли 3-4 победы, шли и в начале сезона претендовали на выход на ван-финалы, но потом сдулись, ну, как потом... это обычно бывало, но парни... Так понимаешь, прикол какой? Вот все игроки, там, русские, да, из таких команд, как СССР, Aces, все знаешь, что хотят? Все хотят профессионального КС, все хотят получать зарплату, все хотят играть нормально, четко. Но при том, что они, короче, вот сейчас, например, Aces, какая зарплата? Вы берете 3 раунда у команды, ну да, у лучшей команды СНГ. Тем не менее, если вы профессионал, вы должны брать не 3, а минимум 5. Так как бы, да? И при этом команда играет в полсилы, вот в чем беда. Ну, да, HellRaisers да, да. не играют сейчас на максимум. Не видим мы тех раундов, тех нашифровок, того напряжения, которого да тут уже создается. Все, тут уже после выходов от торнадо на было понятно, что у них там нашифровок нету. А потом они обижаются и говорят, что вот у нас так и так и так и так. Те же СССР, например. Так и знаешь, вот... Которые сейчас в про-серии. Если выйдут, молодцы. Если вот на примере вот брать 2003-2004 год, когда... Не было интернета, не было возможности тренироваться, не было примеров для подражания, не было команд, за которыми можно было наблюдать и с регулярным каким-то, ну вот, постоянно ты мог смотреть за команды, смотреть их нашифровки, хотя бы воровать их просто, воровать тактики. Пытаться... Зачем? Зачем? Мы же играем на Star Ladder, у нас там, чё, мы берем 3 Сейчас есть абсолютно все, есть демки, есть куча турниров, которые освещаются, и есть повторы, есть все что угодно. Знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что, короче, вот у тебя руки-ноги есть, да, мозгов у тебя нету, вот и все. Не хотят работать над своей игрой, и, собственно, это является основным фактором. Которая отражается на результате. Не, ну если вы играете там, не знаю, топовый турнир и не работаете над своей игрой, то тут вы не ленивый, вы не какой-то, вы нормальный абсолютно тип, просто у вас нет мозгов, если вы не догадались, что над игрой надо работать. А ну замена в составе, это, по-моему, все отмазка. Ну что, здесь уже HellRaisers с пятером на Б, если не знают, что делать, стоят в кухне, как жареные утки. Их просто по одному начинают дергать, цеплять, при этом еще зига пробиваются. Зига там кто-то прошел сейчас, да-да-да, это был Ангел, закрыл окно, Маркелов добил Тихона, 13-3, вот и первая игра заканчивается именно так. Я не знаю, зачем Aces доигрывать вообще Star Ladder. Нет, надо доигрывать, здесь никаких раскладов и вопросов по этому поводу быть не должно. Парни должны как-то просто работать над своими ошибками, работать над своей игрой. Пытаться стать лучше, а не вот продолжать в том же духе, плыть по течению и быть... Rape me. По-моему, это не плыть по течению, это не плыть по течению, это барахтаться в луже называется. Вот это если там сравнить, например, команду, ну не знаю, команду HellRaisers, вот они плывут по течению. А вот сравнивать с командой Aces, то те просто, ну не знаю, плескаются в луже с уточками или в ванной. Как бы, течение же оно такое. А вот сможешь ты справиться с этим течением и плыть против него, вот это уже другой вопрос. HellRaisers, по-моему, справляются в топ-5 мира, пока попадают. Топ-5-8 в Катовице они взяли спокойно.
Да, но это не их результат, мне кажется. Ну да, да, да. Парни ставят себе цели гораздо выше. Тем не менее, французов они отправили домой, проиграли Дигнитасом, которые под них готовились, специально готовились. Ну, после этого Дигнитас показали, что не являются мальчиками для битья и выиграли Frogbite Masters 2014. Ты сам прекрасно наблюдал за этой встречей, Титан. Да, да, да. БЛ-5, да. Там действительно была плотная заруба, и Дигнитас показали, что это команда, с которой стоит считаться. Скорее всего, мы скорее всего, Дигнитас будут, наверное, проситься на StarLadder. Ну, не знаю, будут у нас отборочные или нет, но я бы очень хотел датскую команду Dignitas. Да, по-любому надо забирать парней, и тем больше будет интересных матчей, тем больше будет заруб. Ну, вот, например, я бы сейчас с радостью посмотрел матч Dignitas Hellraisers, например, вместо Aces Hellraisers. Как бы и... Тут вообще, по-моему, без шансов. Без вопросов, да. Ну что, вот Aces закупились, стоят на позициях, боятся. Яму не раскидывали, Декоя никуда не кинули. Флешка одна у Торнадо, его раскидывают, убирает проход в коннектор. Но если там Ангел до такой стадии дошел, то это уже жесть. Так, ну что ж, удается сделать тузам первых два минуса, но что будет дальше, это не конец. Адрен с ковров забирает киберфокус. Кейка перестраивается, закрывает моментально, дочь играет против ковров. Минус два, но надо что-то делать с Торнадо, который все еще красный стоит. Маркелов один в три. Но у него 33 секунды, он может отойти, его пушат. Пушат, два девайса забирают, 14-4, 10 раундов разница. Ну, проходной раунд для Aces сейчас будет, наверное, какой-то фаст. Так, 5-2, 2-7, 2, нет эко. Эко должны отыграть сейчас Ашер, скорее всего, чешки. Нет, посмотри, не будет эко. Покупает кучер АКМ, Адрен также с АКМом в руках, а вот три оставшихся тиммейта будут играть с пистолетами в этом раунде. Три ЦЗшечки, Маркелов, Доси и Ангел, и два АКМ. И все это дело будет... приниматься Хейка и Торнадо. Ну, раскидка аплэнд, падает первый смог. Ну, вот видите, хотя бы смог кинули сейчас в яму, догадались. Вот. И вот теперь показательный момент. Как надо готовиться к раскидке на пленте? Вот попробуйте так раскидать и принять. Ну, вот все, пол команды просто есть, сейчас стоит в дыму, никто не понимает, куда кто прошел. Под коврами должны ПКД давить, но Хейка прихватывает инициативу, убивает, Адрен открывает с ковров. Вот он, агрессор в пленте, кучер давится КМом, киберфокус также падает от кучера. 3 в 2 и Литл с Тихоном, ну, вот им предстоит сейчас очень сложная хрень. Много зависит от Литва, который сейчас вот на такой вот позиции, а именно на ступеньках. И кучер старается, смотри, сделать минус, забирает Адрена. Ну, а кучер в этот момент просто уже бежит на Б, Адрен, конечно... Ну вот Адрену надо было тянуть время, но потеряли его. Тем не менее, кучер выйдет вообще без проблем на Б-точку. Литл, Тихон просто не понимают, что кучер уже убежал. Они думают, то, что там есть как... то, что кучер терпит. Ну, в итоге Эмиль, смотри, совершенно спокойно выходит на точку. Эмиль даже не понимает, что здесь не может никого находиться. Ну, вот для игры класса Hellraisers, да, оппоненты, которые... Ну, вот, например, Нип бы играли, да, тут уже бы стоял один по-любому. Ну, в итоге он выходит в кухню, спокойно убивает Литла. Литл дает инфу Тихону, Тихон в шоке. Как мне сейчас тащить против кучера? Да, это же один на один, елки-палки. Палки-маталки. Кучер ставит бомбу на зигзаг, сам уходит в ковры. Ну, вот запутал максимально своими действиями Тихона, и как с ним справиться? Ну, кучер думает, что Тихон с медла перетягивался. В итоге Тихон заходит спокойно на точку, чекает Фореста. Форест пустой, бомба стоит в зиг, видит это, понимает, что, скорее всего, придется отбиваться от зига. Так, вот начинает топать. Кидает смок на зиг. Ой, сейчас его кучер просто будет убивать. Да, и говорит кучерок: ой, привет, Тихон. Привет, я тебя развел, братан. Развел тебя. Кучер красава. И 15-4 вообще. Последний раунд для команды Aces. У них нет денег, экономика упала. Hellraisers просто разорвали тузов на, ну, тузы. Да, в этом матче действительно оппоненты тузов на голову выше. Hellraisers действительно топовая команда, которая борется за самые высокие позиции в мировом рейтинге Counter-Strike. А вот тузам только будем желать успеха, да, в тузам... будущем. Слушай, дальше будет все интереснее. Дальше команда Кураж будет играть. Это будет вообще лол. Кстати, будет эта компания поинтереснее, мне кажется. Должны сыграть с Ашерами. Да ну, там только призрак мочит. Вот, с Ашерами я вообще не думаю, что они там даже как-то будут стараться. Смотри, Aces все покидают поле боя. Тупо оставляют Литла одного, тащит Алян. А мы пойдем... Ну, ГГ написал Хейка. Да, хорошая игра для Hellraisers, очень хорошая. Да, 16-4, никаких вопросов в этом матче вообще изначально быть и не могло у победителей. Ну и, собственно, следующий матч, который будем наблюдать, это у нас... какая файт, зарубка? Файт команды Куреш и команды Hellraisers, они будут сражаться. Я не знаю, на какой карте, но надеюсь, что у Куражей не будет инферно, потому что Бэплэнд они совсем не принимают. Ну и будем надеяться, что Кураж все-таки подойдут к игре в наибольшей форме. Все, увидимся с вами через несколько минут. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. И, кстати, музыку скидывайте в теме, в паблике. Порезче.